За посланием главы государства без преувеличения следила вся страна. Бизнесмены, врачи, педагоги, чиновники. Вот что думают люди в разных уголках Беларуси. Хорошая мысль прозвучала в послании президента о том, что мы, белорусы, не должны забывать о той памяти, о той победе, имея такой комплекс «Герой», Брестскую крепость, в общем-то, мы ни в коем случае об этом не забываем. Очень приятно отмечать то, что наша страна вынесла уроки со Второй мировой войны и остается таким островком спокойствия среди государств. Один из актуальных вопросов был – это модернизация современного производства. Зачастую наши товары по сравнению с зарубежными становятся неконкурентоспособными. Но если модернизировать, то, соответственно, продукция улучшится и она будет более конкурентоспособна. Было уделено большое внимание тому, что наших предприятий очень сильно много проверяют контролирующих органов. Чтобы выйти из кризисной ситуации, надо дать им какую-то паузу, чтобы привести свое экономическое состояние в нормальный вид, чтобы действительно наше государство работало, чтобы действительно деньги поступали в бюджет.